Всем привет, друзья! Меня зовут Антон Богданов, и в этом видео я вам хочу рассказать о проекте Skyway. Вообще, что за проект, как я сюда попал. Совсем недавно, буквально 2,5-3 месяца назад, я узнал об этом проекте и просто сразу начал этим заниматься, в него инвестировать. И вот в двух словах я вам хочу рассказать, что за проект, какие цели вообще несет, какие выгоды вы можете получить от участия в этом проекте. Во-первых, что за идея, что за Skyway, что за транспорт такой странный. Ну, хотелось бы первое сказать, что есть ученый такой Анатолий Эдуардович Чининский, который 40 лет разрабатывал этот транспорт. Сейчас это уже четвертое поколение транспорта. И сейчас благодаря интернету, благодаря краудинвестингу мы можем вывести этот проект на мировой уровень и начать уже зарабатывать деньги буквально вот через год. И сейчас, кто приходит инвестора, получат просто максимальные выгоды. Сейчас те, кто приходит, заработают в 200 раз больше своих вложений. По прогнозам будет 1 к 20. То есть, если сейчас придут инвестора, заработают очень много денег. Ну и о самой технологии вообще. Что такое, что за Skyway, что за струнные дороги, что это за транспорт. Все вы знаете сейчас проблемы с экологией. В городах загазованность стоит, смог, невозможно дышать. Пробки постоянно, невозможно доехать куда-то. Люди часами просто стоят, ждут. И это, на самом деле, единственная технология, первая, которую я увидел, которая реально решает эти проблемы. А не просто заявляют, что вот мы будем там на крышах домах садить кусты, кустарники, и это лучше улучшит нашу экологию. Только эта технология позволит решить все эти проблемы в глобальном вообще масштабе. И на планету это окажет огромный социально-экономический эффект. Ну и немного о выгодах. Какие же выгоды получу я, вы, как частные инвесторы этого проекта? До 1 июня будет экофестиваль, на котором будут продемонстрированы все грузовая, пассажирская, легкие трассы. И все инвестора, которые зайдут сейчас до этого события, получат венчурную премию 200. Что это означает? Что те деньги, которые вы вложите сейчас, они со временем у вас вырастут в 200 раз. В 200 раз задумайтесь. Те, кто после этого события уже венчурную премию получат 20 всего лишь. Это в 20 раз, ну примерно, может компания по-другому немножко, но примерно выгода упадет в 10 раз для частных инвесторов. И кстати, 1 июня я тоже буду на этом экофестивале. Тоже привезу, я лично руками потрогаю этот транспорт. Привезу вам, друзья, очень много фотографий, видео, репортажей. Так что ждите. Больше информации вы найдете по ссылкам под этим видео. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайки, делайте репосты.